Всем привет, друзья! Здравствуйте! Сегодня мне наконец-то удалось попасть поближе к бекташам, к вот этой замечательной, странной и экзотической религии. Посмотрите, какой у них храм и как выглядит дворик ихнего дворца. То есть я забрался прямо сюда, в центр, в середину. Вот там я был вчера, там находится усыпальница Кызым-Бабы, одного султана, могилу которого они до сих пор целуют. Это, в общем, какая-то лояльная такая, очень светская версия мусульманства, по которой можно пить алкоголь, бить татухи и так далее. В общем, у них очень мало запретов. Это то, что мне удалось выяснить. И священный день у них четверг, в отличие от всех мусульман, у которых, от всех, скажем так, настоящих мусульман, обычных, у которых священный день пятница. Итак, сегодня четверг, тут продают сувениры, иконы разные, портреты Мекки, Медины из Саудовской Аравии и разных бородатых мужчин, которые были пророками этой религии. Здесь у нас, конечно же, вид на город Валлона, или Влёра, или Влора. На картах он называется Влёра. Это Албания, если вы не в курсе. И на том берегу моря у нас полуостров Карабурун. Одна подруга туда недавно сплавала и наступила на морского ежа. Искала экзотический пляж. И вот там у нас выглядывает остров Сазан. Вот такие дела, друзья мои. Это Южная Албания. Очень красивая такая лужайка, дворик. К сожалению, мне пока еще не удалось ни у кого ничего выяснить, потому что они либо ничего не знают, либо они не говорят на тех языках, на которых я говорю. Но приблизительно пока картина вырисовывается вот такая. Следите за новостями на этом канале, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик. Сейчас покажу убранство этого храма внутри. Так, у нас опять застряла картинка, поэтому мы продолжим в других роликах. Всем спасибо. Простите, от температуры не выдерживаю техника.